Три дня назад штормовыми волнами на Анапское побережье вынесло массу бытового и биологического мусора. Сегодня пляжи снова чистые. За три дня на городскую свалку вывезли более 100 тонн мусора. С 6 утра и до самого вечера городские службы ежедневно очищают пляжи. Убрали всю территорию, начиная от центрального пляжа и до Благовещенской косы. Пробронили, продисковали берег. Произведена полностью уборка. Сегодня на помощь муниципальному предприятию пришли волонтеры, студенты, сотрудники городских служб. На пляжах прошел массовый субботник. Пляжные санитары не пропускают ни одного уголка. Прочесывают барханы и песок вплоть до самой кромки воды, чтобы золотые пляжи Анапы всегда были опрятными, чистыми и радовали глаз анапчан и отдыхающих.